Неустойчивая погода и резкие колебания температуры стали причиной появления сосулек на крышах МКД. Для устранения опасных ледяных глыб в городском округе Люберцы ежедневно работают бригады альпинистов. Наша съемочная группа наблюдала за их действиями. Февраль – время избавляться от снега. Зимняя уборка идет повсюду. Рабочих можно увидеть и на крышах домов, и на козырьках подъездов. Свисающие сосульки должны устранить до сильного потепления и таяния снега. Некоторые дома на поселке МЭС требуют особого подхода. Находиться на шиферной кровле рабочим запрещено, поэтому к работе привлекают автовышки. Всего в этом районе работает 5 бригад альпинистов. Две бригады у нас работают именно на вышке, и 3 бригады у нас работают с альпинистами, именно уже на самую кровлю выходят. Со всеми допусками, со специальными безопасными поясами. Также у нас сейчас на МЭЗе работает 3 трактора и 2 самосвала по вывозу снега. От снега и наледи очищают только скатные крыши. Их в городском округе более 1000. Это половина всего жилого фонда муниципалитета. Для того, чтобы справиться с большим объемом работы, в Люберцах сформировано 52 бригады. В них трудится 170 человек. Все задачи на сегодняшний день, по крайней мере, ситуацию держать под контролем, сосульки сбивать. 1107 домов – это очень много. У нас сегодня работает в округе 10 вышек. Каждый житель вправе сообщить о ненадлежащем состоянии кровли. Сделать это можно несколькими способами. Обратиться в управляющую компанию или в управление ЖКХ администрации городского округа, либо написать в социальные сети главы Люберец. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.